Здравствуйте, друзья и гости! Приготовим вкусное блюдо из мяса. Мясо по-китайски. Приготовим ингредиенты. Мясо 500 грамм, болгарский перец, морковь 1 штука, соевый соус, крахмал, кунжутное масло, рисовый уксус, перец жгучий, чеснок, имбирь, зеленый лук, кунжут. Смотрите рецепт в описании под видео. Мясо нарезаем на тонкие полоски. Добавляем 1 столовую ложку соевого соуса. Морковь нарезаем тонкими брусочками. Болгарский перец также. Чеснок режем на кружочки. И жгучий перец также. Для соуса смешиваем соевый соус 1 ложку, тростниковый сахар, имбирь, паприку и 2 ложки крахмала. Оставшийся крахмал кладем в мясо. На сковороду кладем кунжутное масло, морковь и обжариваем на сильном огне 2 минуты. Потом кладем перец и жарим еще 5 минут. Далее жгучий перец и чеснок. Выдвигаем овощи в сторону и кладем мясо, жарим его со всех сторон по 3 минуты. Смешиваем мясо и овощи и все вместе еще тушим. Добавляем соус, убавляем огонь и тушим, пока соус не закипит. И добавляем зеленый лук. Еще пару минут и готово. Thank you.
Хорошо это блюдо подавать с лапшой удон. Мясо получается очень мягкое, сочное, пропитанное специями, овощами. Очень вкусно. Посыпаем кунжутом, и вкусное полезное блюдо готово. Приятного аппетита!